На Северную и Центральную Европу обрушился мощный ураган. Его называют разными именами. Ксавьер в Германии, Свен в Швеции, Бодил в Дании. Жертвами стихии уже стали два жителя Туманного Альбиона. Скорость порывов ветра в Шотландии достигала 170 км в час. 20 тысяч домов остались без электроэнергии. Из-за урагана прекращено движение поездов. Циклон добрался до северных территорий Германии. Силы ветра здесь достигала 140 км в час. В Гамбурге объявлено чрезвычайное положение. Закрыты рождественские базары. Полиция и пожарные находятся в состоянии повышенной готовности. Из-за шторма перестали курсировать паромы между континентальной Германией и островами в Северном море. Из-за надвигающегося шторма в прибрежной зоне Нидерландов и на всем севере страны объявлен наивысший красный уровень опасности. В Дании приостановлены все железнодорожные перевозки.